Всем привет. Заранее извиняюсь, будет много матов, но по-другому никак, накипело очень сильно. Это обращение к военкомам, я знаю, что вы его увидите и посмотрите. Так кто это смотрит, ребят, главный посыл этого всего месседжа, опомнитесь, пожалуйста. Блять, заебало смотреть, как вы, сука, беспределите в городах и заставляете подписывать людей, блять, эти повестки. И вы вдумываете любые способы, чтобы выполнить свой ебучий план, блять. Мы как будто живем в параллельных мирах, блять. У вас там свой, блять, собрать похуй кого, блять, уже выгребаете, я не знаю, что с этими людьми потом тут делать. И отправить сюда, блять, на смерть. Я молчу за эти, блять, взятки, которые берете и хуярите, отмазываете их. Отмазываете, ну, блять, тут жизнь, как бы. От того, что вы набираете, блядь, 150 человек, блядь, из них, сука, 30, в лучшем случае есть толк, блядь. То, блядь, под десятки. Я молчу, у меня немерено фактов, блядь, когда я лично встречал, блядь, людей с справками СМБ, блядь, у которых, блядь, голова не на месте. Блядь, инвалидов и прочее. Я уже молчу, блядь, за алкашей и так далее. От них толка ноль. А вам лишь бы выполнить план, блядь. Я в курсе, полностью знаю, как работает ваша схема. Как вы проходите, блядь, эти... Заставляете их, пугаете, блядь, участковыми, этими статьями ебучими. Пиздуете их в эти больницы, блядь, чтобы они по врачам просто подписи пособирали, блядь. За один день делаете военники, никакие медкомиссии не проходят, блядь. Что с ними потом делать, блядь, на кого вы работаете, блядь? Вы пытаетесь, блядь, людьми их закидать? Тут, блядь, надо брать качеством, а не людьми, и не пугать людей, не дискредитировать армию, блядь, ходя в форме в городе, что люди зашуганные, нахуй. Блядь, это, ну, пора заканчивать с этим, ребят. Я не знаю, каким образом, но... Порядком заебало. Если вы такие агрессивные, пиздуете там, я не знаю, вам некуда деть агрессию, блядь, могу показать дорогу, куда ее можно направить. Но это ж одно дело, блядь, в городе ходить по форме, блядь, и статьями там, блядь, не сильно одаренных грузить и рассказывать, что, блядь, он обязан сюда идти. Тут нужны добровольцы, они, блядь, непонятно кто, лишь бы отмазать, ну, я не знаю, лишь бы свою копейку заработать. Вы, блядь, сука, спите дома по ночам. У вас есть выходные, вы видите своих родных и близких, а нам сюда отправляете, блядь, на ухнарь. Ебитесь с ними сами, блядь, как называется. Я не знаю, я давно за качество, а не за количество. И не понимаю этой мобилизации, когда идет принудительная она. От таких людей, ну, толку ноль. Тут, как бы, у нас добровольно, я как называю их, добровольно-суицидные отряды. Ну, по-другому, без юмора тут никак, но и по-другому не получится. Как-то так, ребят. Я не знаю, что с этим делать, беспределом, но пора прекращать, менять тактику и быть чуть-чуть как-то адекватнее, что бы там они ни делали и, блядь, по какому поводу вы их не пиздили. Пока, блядь, такое, если что-то сейчас добавлю, то добавлю. На связи.